Мам. Что? А потом появится новая кровь. Какая новая кровь? Ну вот там. Внутри. Да. Они же маленькую капельку. У тебя крови очень много. Они пьют маленькую капельку. А потом придется мазать. Что? Потом придется мазать. Меня будет один комар выбивать. Наверное, я ж не знаю. Мама, а есть... Мама, а есть комары добрые еще, которые никого не кусают? Есть. Есть? Да, это мальчики-комары. Они никого не кусают. А девочки-комары? Они кусают и выпивают кровь. А мальчики не выпивают кровь и не кусают? Нет. А летом что, будет девочки кусать все? Да. Нет. А что нет? Я хочу, чтобы были мальчики. Не девочки. Ну, и что надо делать? Я не знаю. Надо позвать их, да? Кого? Ну, вот этих мальчиков, чтобы они никого не кусали. Ну, а девочки-то тоже будут? А? Девочки-то тоже будут? Они всех будут летом кусать. И меня, и тебя, и папу, и Кирюшу. И Полю, и Таю, и Киру, и Семена, и Элу, и Лену, и Нанейку, и Крестного. Всех кусать будут. И Андрея. И Кристину с Женей будут комары кусать. А они меня не догонят, если я буду бегать. Ну, вчера ты бегала у Лены, тебя же догнал комар. Вчера ты у Лены бегала, и тебя комар догнал и укусил. Выпил кровь? Да. Много? Они капельку выпивают. Вот там она капельку не выпили. Да, у них носик как у трубочка. Они трубочку в тебя вставляют и маленькую капельку выпивают. Вот такую? Масенькую, еще меньше. Вот такую? Да, еще меньше, да, вот такой. А папа раньше укусил тоже? Да. И тебя кусала много уже раз. А когда я была маленькая, меня тоже комары кусали? Да. Я плакала, да? Нет. Нравится комары, да? Да. И что я говорила? Поиграть с ними? Да. А комары потом улетают, да? Да. И не боятся, да? Нет. Плед они тоже проникают? Да. Плед они тоже проникают? Да. Летом комары везде. Если я увидел меня комара, сразу не хлопни. Хорошо. Возле меня, если он стараюсь. А у них длинный нос. Такой. Да.